Привет, мои дорогие! Как ваши дела? Как ваше здоровье, девочки и мальчики? Мои подписчики, дорогие, уважаемые, я вас очень-очень люблю. И очень-очень соскучилась. Я просто не могла, у меня не было времени, но я и не ела мел эти дни. Глину тем более. Я вот только заказала. Мне привезли сегодня утром глину. А мел мне привезли 2 или 3 дня назад. Я получила его. До мела мы еще дойдем. Вот распаковка здесь рядом. Но сегодня у нас распаковка будет глины. Ну и также продолжим с распаковкой мела. Ну, так, камеру подвинем туда, только когда здесь закончится. Вот, я очень по вам скучала. Очень. Вы даже не представляете, это... Как будто мне не хватало какого-то куска там кислорода. Вот. А еще вам хочу сказать. Вот глину у кого я заказываю. Они так постарались, так красиво написали. Я вам сейчас покажу. Вот так написали. Для влог Марии Мелеки. Пример. Вот их номер телефона, пожалуйста. Я нахожусь в данный момент. Вот их сайт. Пожалуйста, заказывайте. Кто живет в Кыргызстане? В данный момент я приехала после своего путешествия. Вы, может быть, видели у меня во втором уже влоге. Там у меня называется влог HD Marie. Там я буду снимать и показывать, где я бываю, где гуляю, что ем. Ну, в общем, такое будет там видео. Ну, интересно тоже. Мои прогулочки, в общем. Прогулки, покупки и так далее. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки. Давайте вместе будем продвигать канал. Вот. Сейчас, как бы, я прилетела сегодня утром. Нет, вчера утром прилетела в город Бишкек. Здесь живет в данный момент моя мама. Она приехала обратно. Она жила тоже в Новосибирске, но сейчас она здесь. И поэтому я приехала к ней в гости. И вот, наверное, останусь на некоторое время, на месяц, может быть, я так думаю. Рассчитываю на месяц, ну а там как получится. Вот. И поэтому, девчулечки, теперь я каждый день с вами. Каждый день буду снимать видео обязательно с поеданием мела и глины. Ну, наверное, начнем, да? То, что у меня был заказ. Заказ мне привезли сегодня утром, как я уже, наверное, сказала. И этот был мел. Заказ. Мел, кстати, я заказала в меловом царстве. Это было так давно. Но я его получила через знакомых. Только вот где-то 2-3 дня назад. Вот. Поэтому то, что я заказала в Бишкеке, это... Их оформление так классно, круто оформили. Спасибо вам большое. Вот. Мел, глина, Бишкек. Город очень хороший, красивый. Ну, немножко, может быть, есть, как и везде, да? А так я, в принципе, очень даже и люблю этот город. Он очень зеленый. А в летнее время, в зимний период сейчас не так, конечно. Но вообще здесь красиво. Горная местность, очень красивое озеро Иссык-Куль. Мне нравится. Ну что, девчонки, поехали, начнем. Заказала. Мерабата кипчелерым. Извиняюсь, забыла. Бен Шуан, Кыргызстан, Бишкекта. Аннемде. Мисафир оларак бурая гэлдым. Спарыш вердым. Киль. Hem de tebeşir bana geldi Rusya'dan. Kil burada hem tebeşir de biraz var. Bunlar sipariş buradan verdim. Ama bazenleri Uzbekistan'dan geliyor. Bazenleri Kazakistan'dan geliyor. Bazenleri Rusya'dan geliyor. Bazenleri Kırgızistan'dınki. Öyle. Ну вот по 1 килограмму заказала глинки. И Туркестан сливки вроде бы у меня 0,5 килограмма, насколько я помню. Туркестан сливки.
Пожалуйста. Вот такой красивый кусок. Ну, я попросила, конечно, чтобы плиточки были цельные, чтобы удобно было снимать и, ну, так более аппетитные для видео, правда? Вкусно. Hi, my dear. How are you? Туркестан плитки, я думаю, для пасты хорошо. Потому что, когда кусаешь, оно так во рту сразу в кашицу. Ну, это мой любимый просто Туркестан сливки. Есть вот таких красивых два куска. Правда, красивые? Ах, мои любимые еще. Я люблю. Вы знаете. Да, надо было с собой нож взять, да? Бияз Туркестан. Девчули. Ой, ну это вообще. Вот я его так люблю, так люблю. А запах. Кукуцу и наномаз взяли. Также килограмм заказала Туркестан желтый. Плитка. Какая аппетитная. Правда? Ой, желтый вкусный. Глотать можно. Можно. Ну так, потихонечку так начнем, да? Так, Голд Астана. Тоже кусок хороший. 1 килограмм. Также есть мелкие немножечко. Астана Голд. По сравнению с Туркестаном, залипает сразу. Астана 2. Астана 2, вот такие кусочки. Просто супер аппетитные. Та-дам! Ну и еще там 1 кусок есть. Голд маленько соленоватый. Как будто бы для меня после Туркестана. Астана 2 вкусные, мне нравится. Тоже залипает. Астана розовая. Вот таких 2 кусочка, тоже килограмм. Все по килограмму. Биркелоден, хиль, спаришверден, шуан, онларный кюстерьером. Розовая такая. Туркестан сливки. Я думаю, 0,5 кило, наверное, я дала. Сказала. Вот такой кусок. Кашку делать тоже вкусно будет, думаю. Ну и уральская. Тоже килограмм. Ну, там еще есть мелкие кусочки у меня. Честно скажу, я не очень любитель уральской
Ее ешь и сразу во рту печет. Очень интересно. Голубая узбечка. Блюе. Узбекистан. Пожалуйста. Килограммчик. Подарок мне дали. Подарок дали розовую узбечку. Спасибо большое за подарок. Вот так. Получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 видов глин. Он чищет хиль. Бутаул ее. Также я заказала еще. Прочитаю вам, девочки. Ну, вот такие вот на пробу глиномелы. Вот. Прочитаю вам. Джамбульская. Это что, ты красный? Туркестан красный, наверное. Так. Фундук. Туркестан, наверное, коричневый. Также фундук соленый. Каймак. Вот такой сникерс. Ха-ха, и такой уйгурский аткен-чай. Аткен-чай написано. Это наш чай традиционный, уйгурский. Мы его пьем и утром, и днем, бывает и вечером. Также я заказала там же мелочки. Просто вот такие. Ха-ха. Смотрите. Вот. Это у нас в Атуте. Пиленые мелочки заказала. Тоже по... Это новый оскол. По одной штучке. Это валунчик. Так, вот это у нас Настена, пожалуйста. Вот это у нас Снежок, пожалуйста. Угу. Это Василь Поли, пожалуйста. Это у нас Волоконовка. И это у нас... Номер телефона написали. Севрюкова. Девчонки, для всех, кто живет в Кыргызстане, вы можете заказывать Мелглина Бишкек. От Мелглина Бишкек. Телефон номера я вам скажу. 0500-806-003. Заказывайте. Я уже сколько лет заказываю и не разочарована. Все просто супер, класс. Так, перейдем, я, наверное, подвину камеру, перейдем к мелу, который я заказала в меловом царстве. Вот. Пойдем, пойдемте. Вот так вот. Ну, как-то так, да? Так, пчелырым, шуан, тебе шерге устарейджам сізе.
Спарышем Русиядын гэлди. Девчоночки, вот этот мел у меня все по 1,5 килограмма. Хэпси бир бучу килодан. Карачан 1,5 килограмма. Также фреш, он такой. Но они все напудренные, потому что они просто долго добирались до меня. Даже если были не напудренные, я думала, они уже напудрились. А вот супер-супер напудренные. Это у меня фреш 1,5 килограмма. Также 1,5 килограмма. Ой, такой прям. Прям так хрустит. Это бриз у меня. Бриз. Все сухие сорта, девчоночки. Бриз прям побелка. Ну-ка, фреш. Близкий сосед бриза. Угу. Карачан вкусный. Мокрый подъезд. Угу. Карачан. Так. Белоснежка также 1,5 килограмма. Попробуем. Твердоват, что ли? Ну, наверное, надо им еще немножко отлежаться. Он потверже, чем бриз, фреш и карачан. Вкус совсем другой. Видать, надо полежать. Так, также суфле. Попробуем. Ой, вкусный. Угу. Суфле вкусный. Ну, вообще, вот эти все вкусные. Вот белоснежка. Вкус немножко специфический. О, девчата, я вам еще забыла показать. Еще две штучки у меня тут остались. Просто услада. Это с предыдущего заказа. И тоже такой же классик. Вот. Ну, продолжим мы с миловым царством. Суфле вкусный. Так, этот у нас Арктика. Попробуем Арктику, да? Супер, супер напудренная. Вот дуть не буду, просто сейчас все раздую. Вкусно. Угу. Вкусно. Эверест тоже 1,5 килограмма. Все сухие сорта. Угу. Просто супер. Вот как раз их с глинками. Ту-ту-дум. Просто супер. Так. Белла. Все по 1,5 килограмма. Круто, правда? Вкусно. Çok güzel tadı. İnanılmaz. Belly velour. Hmm.
Дел велюр. Надо тоже, чтобы полежал. Угу. Ну и последнее это у нас жасмин. Супер-супер напудренные все. Все сухие. Жасмин. Куриный запах. После дождя. Угу. После дождя реально. Мои дорогие, я так рада, что я опять с вами. Все классно. Все супер. Просто я очень довольна заказом. Этим заказом. Очень довольна. Спасибо вам за просмотр. Завтра мы что-нибудь покушаем с вами. У меня были гости, я вот вся такая, извините, никакая. Все торчит. Вот. Каждый день гости. Завтра, дай бог, что-нибудь снимем. Вкусненько, аппетитное так. И покушаем с вами вместе. Я вас люблю, целую. Спасибо вам за просмотр, за лайки, честное слово. Большое-большое спасибо, я вас целую. Teşekkür ederim hepinize, çok teşekkür ederim. Abone olun lütfen. İzleyin beni. Her şeye teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Büyük büyük selamlar size hepinize. Kırgızistan Bişkek'ten. Şu an buradayım. Daha ne kadar burada olacağım da bilmiyorum. Galiba Allah sadece biliyor. Ama ben düşünüyorum bir aya kadar. Nasıl olacak? Yani her şey Allah'tan. Милые мои, я всегда с вами. Всегда я нуждаюсь в вас тоже. В вашей поддержке, в понимании. Спасибо, что вы меня все ждали, пока я вот появилась, да, такая бесстыжая. Совсем забросила. Ах, Мария вообще. Вот. Thank you, my dear. I love you. Всех вас целую. Поздно сняла, но вот только гости ушли и сняла сразу. Делала им плов. Все покушали, проводила их всех. Это мои любимые. Дядя с семьей заходили. Вот, они для меня очень дороги. Спасибо, целую вас, люблю. Очень. Завтра сделаем что-нибудь с пастой и смелым покушаем. Обязательно. Я тоже соскучилась. Ну все, пока-пока. Спокойной ночи. Ну, сейчас дотянусь до неба.